по этой дороге спускаемся вниз и попадаем в центр Еревана. Так, я хочу сейчас к стадиону. Да, я считал, что он огромных денег стоил, потому что он где-то, ну, здесь в ущелье, типа, сложно строить и так далее. Вот здесь так можно чуть-чуть увидеть, наверное, поле. Да, вон, видно. Может быть, здесь, когда матчи проходили, многие сюда спрыгивали так посмотреть. Ну, какие-нибудь дети там, не знаю. Да, мусор вообще раздражает дико, у меня прям настроение падает, но вот такой срач здесь жесть. Вон собачки. Мне кажется, здесь живет кто-то. Развешаны там, не знаю, может, бомжи какие-то. Давай сверху посмотрим, да, еще. Стадион, похоже, уже вообще не действующий. Вот смотрите, я сейчас приближу. Поле полностью заросло сорняками. Там вообще вот. Борщевик растет. Да, борщевик, да. Никакого игрового поля нет, там даже ворот нет уже. Я ничего понять не могу, почему главный стадион республики находится в таком запустении. Вот это прямо огорчительно мне. Скорее всего, потому что уровень армянского футбола сильно понизился. Друзья, вот мы возле стадиона Раздан сели в такси, спросили у таксиста, где здесь действующий стадион. Нам сказали, это стадион Динамо. Вот мы приехали сюда. Такси стоит 1000 драм, что значит примерно 150 рублей. И вот нас привезли на действующий стадион Динамо. Он находится в центре Еревана, но, к сожалению, в ближайшее время матчей нет. Да. Мы едем показывать, собственно, третий стадион. Два вы уже видели, сейчас мы едем на третий. На Ири. На Ири называется. Стадионы. Из подземного перехода мы попадаем в площадь под памятником. Смотрите. И вот вход в метрополитен, пожалуйста. И все. Мы просто торопимся. Не исключено, что на третьем стадионе сегодня будет матч. Короче, мы идем сюда и едем на конечную станцию. Мы уходим. Короче, на метро мы никуда не поехали. Вот поднимаемся из метрополитена, потому что спросили там у мужика. Он сказал, что на дальний стадион ехать не надо. Есть еще один стадион в центре. Стадион Вазгена Саркисяна, где, возможно, как раз и проходит сегодня матч. Ага. Ну, видимо, только нам этот матч и нужен во всем мире. Да, да, потому что никому никто ничего не знает. Да. Друзья, короче, стадион Вазгена Саркисяна — это тот стадион Динамо, бывший стадион Динамо, который мы вам сегодня показывали. Да. Собственно. Тогда футбола отсюда не будет. Да, уже... да, из Еревана футбола, да, мы вам не покажем, к сожалению. А мы пока будем думать, что делать дальше.